Посла России вызвали в МИД Молдовы после высказывания Марии Захаровой. Накануне официальный представитель российского МИДа прокомментировала слова президента Молдовы о запрете георгиевской ленты. В частности, Санду заявила, что вместо таких символов, цитата, «в мусорном ведре истории». Кто позволяет себе подобные заявления в адрес символа, за который люди отдавали жизнь или под которым люди отдавали жизни свои за то, чтобы люди выживали, незнакомые люди, народы целые, будущие поколения. Вот кто имеет право такое сказать, кто дал сам себе право такое сказать, он, я вас уверяю, сам отправится на вот эти свалки истории, или как там говорили, да, свалки истории рядом с варварскими символами. Это недопустимо. Это оскорбление, простите меня, памяти героев. Эти люди, еще раз хотела бы сказать, защищали свои страны и народы других стран от фашизма и нацизма. Об этом говорилось в решениях Нюрнбергского трибунала. И не отдельным или коллективно политикам стран сегодняшних перечеркивать и их подвиг, и решения Нюрнбергского трибунала. Никакого права у таких людей нет. На это в молдавском МИДе свой ответ. Там заявили, текст выступления Майи Санду, цитата, «не оставляет места для интерпретации». А решение парламента по запрету георгиевской ленты – суверенное право Молдовы. Закон вступил в силу накануне. Теперь за ношение георгиевской ленточки в соседней стране штрафы. В посольстве России в Молдове это назвали феноменом культуры отмены. И добавили, запрет символа памяти, цитата, «разрушает фундамент исторической справедливости».